Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается в Якутии напряженной. За сутки в республике госпитализировано 141 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. В Якутске это 67 человек, в районах республики 74 человека. Днем ранее 123 человека. Незначительно имеется рост именно тех, кого мы госпитализируем с диагнозом новая коронавирусная инфекция. В основном среди госпитализированных у нас лица невакцинированные, лица старшего поколения, а также дети, а также лица, те, кто не был вакцинирован, с осложнениями по заболеваниям. Обращаем внимание на необходимость соблюдения данной категории граждан, прежде всего норм, которые установлены, ограничительные, и соблюдением, значит, и контроль за собственным здоровьем, ну и также принятие решения о необходимости вакцинации в целях того, чтобы облегчить более легкое течение заболевания в последующем. За сутки в республике госпитализировано 31 ребенок. В целом за последние сутки выявлено 3381 случай инфицирования коронавирусом. Днем ранее было зафиксировано 3314. Необходимо обратить внимание на небольшие темпы снижения роста выявленных инфицированных при оставшемся и даже увеличенном количестве тестирования по территории всей республики. На настоящий момент определенного рода движение пошло с точки зрения коронавируса в районы нашей республики, тем не менее остается под особым контролем и столица республики. Кроме того, необходимо обратить внимание, что система здравоохранения в полном объеме осуществляет лечение заболевших людей. У нас увеличивается количество выздоровевших. За последние сутки выздоровело 2403 человека, накануне это было 1521. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, несмотря вот на увеличение количества этих выявленных случаев и скорость распространения, пока медицинские работники у вакцинированных людей либо ревакцинированных в зависимости от стадии отмечают легкое течение заболеваний. Для невакцинированных людей сохраняется угроза тяжелого течения заболевания, и это мы видим сегодня уже на анализе 4 недель. Прежде всего, необходимо обратить внимание на необходимость вакцинации и ревакцинации на территории республики. Если сегодня первым компонентом в республике у нас привито порядка 80% взрослого населения, то ревакцинацию прошло лишь только 54% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, мы хотим от имени оперативного штаба обращаемся к вам с необходимостью ревакцинации. Независимо от того, что ваш сертификат, в котором имеется в наличии QR-код, действует один год, тем не менее обращаем ваше внимание на то, что ревакцинацию необходимо пройти через полгода. Необходимо обратить внимание, что у нас в республике продолжается и, соответственно, значит, вакцинация детей с 28 января. Мы обращали внимание на то, что 720 доз поступило на территорию республики. Часть из них осталась в Якутске, часть распределяется в районы республики. На настоящий момент прививку получили 88 ребятишек. Также приглашаем на детскую вакцинацию, которая проходит в отдельно стоящем здании, которое, соответственно, в котором принимают врачи при наличии письменного согласия родителей.